Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа рукоделия и я Вика. Я еще раз, третий раз добавляю это видео, но только без половины видео я его уберу сейчас, потому что YouTube удаляет мое видео, потому что там видна моя информация. И он прав, это в целях безопасности, там видно номер моей карты, личные данные, поэтому вот так вот он решил, то видео удаляет, поэтому половину я обрезаю. Кто не знает, как платить, пожалуйста, в видео на джемпер с кармашком оставлю ссылку под видео в описании. Там все хорошо видно, это для тех, для новичков, кто не знает. Сегодня я вас приглашаю на очередной совместник по вязанию джемпера от Кучинелли. В этом совместнике мы вяжем вот этот вот полосатик, классный, шикарный. Я очень сама ждала полосатик, но по итогам голосования очередность мастер-класса совместников у нас выстроилась вот таким вот образом, которым она выстроилась, что полосатик оказался последним. Но лично я его ждала. Значит, их у нас два варианта. Оговаривать я буду оба, так что не переживаем. Скорее всего, моя версия будет комбинированной этих двух. Значит, коричневый, если брать модель Кучинелли, то он у нас короче и широкий рукав без сокращений. В синей версии это у нас гольф, ну, с воротником и зауженный рукав. Если под верхнюю одежду носить, то, соответственно, синий вариант лучше, да, практичнее. Ну, это уже зависит от лука, в котором вы видите эту модель, поэтому выбирать будете по ходу вязания, да. Так, что хочу сказать, как попасть на совместник? Все так же, все те же методы, мой сайт или Boosty. В конце видео я прикреплю видео пошагово, как попасть в совместник, как оплатить, как скринить код, потому что при оплате вы получаете возможность скачать QR-код входа в канал и в группу. Поэтому смотрим видео до конца, кто хочет понять, как это все сделать, или кто первый раз, те, кто уже один раз сделали, те уже легко оплачивают и входят. Стоимость 1 доллар, девчонки, 1 доллар в неделю. Те совместники, которые у нас сейчас в процессе, у нас сейчас два активных. Кардиган — это завершающая фаза, и джемпер у нас начиная, стартующая фаза. Вот эти два, цена повышается 2 доллара, поэтому это стимуляция вам не терять канал из виду, следить за новинками. Вот, потому что все совместники первую неделю оплата доступа у нас 1 доллар. И доступ навсегда. Вы навсегда остаетесь в этой группе. У вас есть возможность либо скачать видео, либо остаться в группе. У вас есть возможность общения. Там есть чат общения. Девчонки между собой советуются по поводу выбора пряжи. Всего-всего-всего. Вот. И вот так вот очень удобный и привычный формат, потому что я мастер-классы свои переделала, те, которые за деньги, переделала PDF формат и потратила кучу времени, и в итоге поняла, что вы привыкли на мой формат видео и видео рассказа, да, и девчонкам непривычно и неудобно, поэтому вот формат такого живого общения — это наши совместники. Мы вяжем вместе, я вяжу вместе с вами. В процессе мы обсуждаем, корректируем саму модель по нашим требованиям. Ну и по итогу вяжем. Вот. В любой вы можете присоединиться в любое время. То есть он просто может быть завершен. Допустим, кардиган у нас подходит к концу. Но все материалы там сохраняются. Девчонки там остаются. Посоветоваться вы в любой момент сможете. Плюс со мной тоже. Вот.
Так, еще на тех же ресурсах, на сайте и на Бусти вы можете точно таким же образом приобрести все доступы в совместники, плюс все мои платные материалы. То есть это мастер-классы, плюс моя книга по вязанию без ошибок. Вот. Ну, в принципе, все. Это все, что я хотела сказать. Не буду затягивать видео. Сейчас добавлю вот эти, как бы, там видео снято по джемперу, как покупать и как входить по QR-коду. Но это для всех вариантов, ну, то есть для любого материала это работает. Все, девчонки, жду вас на совместнике. Вот, на сегодня я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.